Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Александр Хробустов и водитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам и улицам Перми на комфортабельном автомобиле «Лифан Салана» от компании «Демидыч», что на КИМ-75. До сегодня нам были известны полицейские настоящие и полицейские лежачие. Ну а сейчас в одном из дворов по улице Уинской мы столкнулись с полицейским хвойным. Вот он, маленький кедр, стоит в палисаднике и палочкой своей определенной расцветки привлекает внимание автолюбителей. Местные жители его так и называют – кедр-гаишник. Уже который год убеждаемся в том, что пермские утки – самые морозоустойчивые утки в мире. Даже с наступлением зимы они никуда не улетают, а остаются в родных краях. А нынче, когда замерз Мотовилихинский пруд, они даже новый водоем искать себе не стали. Остались прямо здесь, в канале. Плавают, радуются жизни и толстеют с каждым днем. Ведь их здесь регулярно подкармливают горожане. Заехали мы сейчас во двор дома номер 111/2 по бульвару Гагарина и попали на самый настоящий кукольный слет. Более 10 Машенек и Катенек собрались здесь почему-то на деревьях. Ну, им виднее, где собираться. Но нам при виде голых куколок, рассаженных на ветках, стало как-то холодно и немного не по себе. Кадр сегодняшнего дня прилетел к нам через интернет. Дмитрук Екатерина прислала в нашу редакцию фотографию этикетки от носков. А купила Екатерина носки мужские. Ну, детские для детей, женские для женщин, а мужские, соответственно, для мужчин. День подходит к концу, заканчивается и наше дежурство. Съемочная группа в составе Анны Водоватовой, Александра Хробустова и Прохора Осипова держит путь в родную студию. Сразу после выходных, в понедельник, мы подведем итоги конкурса на лучшую новость недели. Но он на этом не закончится. Так что мы по-прежнему с нетерпением ждем от вас сообщений, которые вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Мы же... На этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.